Всем привет! Сейчас будем пробовать такую довольно необычную игрушку. Называется она Blue Estate. Параметры графики выставляются они у нее при запуске. Вот смотрите, такое окошечко. Игра сделана, по-моему, на движке Unreal-овском, поэтому должна пойти. Но попробуем. 32-битную попробуем запустить версию, так как у многих людей планшетки все-таки более старые, не как у меня, а с 2 гигами. И вот посмотрим, на 2-гиговом пойдет. Аль не пойдет. Вот такие вот настройки графики, минимальные в принципе. 640 точечек, минимальные настроечки. Ну и поехали пробовать. Игра довольно специфическая, не детская, так что уберите своих детей от наших голубых экранов. Мы начинаем. Играть, кстати, можно как при помощи мышки, так при помощи джойстика, но лучше всего игра заточена под тач. Я играю на джойстике. Такое предупреждение. Типа не забудьте заплатить за игру, купите ее. Ну, мы не будем. Это пиратка. Просто тестирую. Новая игрушка. Все-таки интересно, пойдет или нет. Давайте заставочки. Давайте. Во, пошло дело. Blue Estate. Пропускаем заставки и первый уровень. Погнали. Очень стильно все сделано, очень симпатично. Классная игра. Вот так вот побежали. Нажимаем в бок. О, привет, красотка. Что-то я упал тут. И начинаем мочить плохих ребят. Вот так тебе. И еще раз. Вот так. Все, просто зацените, какой пистолетик. Класс. Desert Eagle. Челочка иногда мешается, падает, но бывает, что подстричься тоже надо как-то побриться. На тебе, хедшот. Так, кто следующий? Есть еще один. Ну, иногда подлагивает, вот игрушка подлагивает. Может, конечно, неудачная пиратка мне попалась. Смотрите, держится, в принципе, FPS в районе 30, но подлагивает иногда. Либо у меня, может, что-то с планшетом в этот момент случилось, в момент тестирования. Не скажу точно. Ну, вроде как идет, смотрите, 30-40 FPS в основное время выдает, если не считать вот этих вот подтормозок периодических. С чем они связаны, не скажу. Есть... Вот еще кучка плохих ребят. Стойте. Один. Второй. Есть и третий. Ну. Еще. Боже, да сколько вас тут. Игра, кстати, по жанру такой тир. Линейный. То есть идем. Никуда не можем свернуть. Просто идем и стреляем, куда нам покажут. Да, все просто. Но, тем не менее, довольно стильно и красиво сделано все. Вот такие вот модельки тут летающие. Русалочки. Это не диснеевская русалочка, но смысл тот же. Вот есть 3 охранника. Еще 2. Да сколько ж вас тут? Капец. Сейчас весь Китай перестреляю. А там, дай боже, уже 1 миллиард перевалило. Да. Работы непочатый край. Так. Это ж китайцы вообще или не китайцы? Я вот как-то... Больше на мексиканцев там часть похожа была. Ну, неважно, в общем. Да. Работы все равно очень много. Вот так, перезаряжаем. Пинс, готово. И следующая. Следующая партия подоспела. Стреляю, смотрите, я даже не целюсь особо. Не прицеливаюсь, просто в тот район навожу прицел, да и все, и стреляю. И попадаю. Вот такая вот простая игра. Я так понимаю, она все-таки заточена больше под тач, а не под мышку или под джойстик. Так что можете попробовать, расскажите, как оно на таче. И, скорее всего, она, кстати, есть еще и на андроиде. Чё-то меня такие сомнения терзают. Да ну что ж такое, прицел убегает, точечка бегает, крутится. Да ну. Чё-то у меня уже все, рука ослабела.
пистолет заржавел, надо заканчивать тест. Но оторваться от этой игры достаточно сложно. Затягивает. Простая игрушка, простая и затягивающая. Так, давай, чувак. Есть. Еще один. Есть вроде. Вот так вот. Все просто, все красиво. Классная игрушка, очень неплохо идет. На этом пока все. Если понравилось, жмите лайки, подписывайтесь, делитесь с друзьями и увидимся в следующих тестах. Пока-пока.